указывал, работа не выполнена, мы точно прекрасно знаем, что хотят сделать то, что хотят, и не важно, я буду живой или жена моя будет живая. Мы это одно целое, мы точно дойдем до конца. В этом я уверен. Ты считаешь, назвать фамилию? Я их записал, чтобы потом в пути не забыли. Я приложу все усилия, чтобы эти люди... Я не готов сейчас их обвинять. Я не готов, я же не судья. Я не следователь. Но я в эфир предлагаю людям, которые в этом списке... Я записал их просто для того, чтобы, еще раз повторю, не забыли. Я просто предлагаю этим людям, у меня даже претензий нет. Пока. Чтобы эти люди сели на детектор лжи. Передо мной, перед полицией, перед обществом. Они покажут, что они не виновны. Но я знаю больше, чем они думают. Фамилии следующие. Двух судей, которые за время своей работы стали миллиардерами, у которых по 300 апартаментов в Испании, в Австрии, и которые живут припеваючи, у них все хорошо. Я думаю, вы понимаете, о ком речь. Емельянов Татьку. Сколько времени прошло? 4-5 лет. И что? Что-то поменялось? Покажите. Мешками дальше ходят. Два человека, которые работают в этой компании. Брославский и Мали. Я думаю, вы тоже не один раз не видите фамилию. Есть молодой человек, который до войны, скорее всего, был никем. Во время войны, ну, невозможно на честном бизнесе взлететь за год. Но если ты, правда, не нашел золотую жилу. Я уверен, что, наверное. Есть такой в Мариуполе крупный специалист Николай Будых, который постоянно пытается прикрываться своим братом, фамилию брата, захотите узнать сами. Я думаю, вы догадались. Есть такая девушка, которой 20 лет своей жизни я посвятил, которую учил, воспитывал. Евгения Бурова, которая с начала войны живет в Донецке и очень успешно занимается бизнесом. Есть такой Михаил Ванюк, я думаю, он меня услышит. Миш, присядь на детектор лжи и покажи, что ты ни от кого не скрываешься и что у тебя совесть чиста. Что? Да, вы все знаете сами. Зачем? Я вам запишу вашу. Я поверю, я так борюся, за таке саме вбивство, де замовлення з мішками все покриваю. Я вам дуже сподіваюся. А також у мене є ще два прізвища. Останнє я оставлю для себе. Олександра Грановського, знаєте? Саша, присядь на детектор. Я хочу послухати, що ти мені розкажеш. Кто что знал, кто кого заказывал. Расскажи на детекторе, как агентство «Буквы» 4 года надо мной издевалось. 4 года. У меня есть, мне просто показывали в интервью одного человека, который говорил, заплатите деньги. В течение 3 месяцев мы из любого человека сделаем, что ему ни одна авиакомпания мира билет не продаст. Так спросите, кто надо мной 4 года издевался? Из меня кто-то пытался сделать кого? Кого? Посмотрите, я живой, здоровый человек. Я... Кого из меня 4 года, Саш, пытались сделать? Я знаю больше, чем даже кто-либо думал. Я по всем перечисленным фамилиям, у меня нет никаких претензий. У меня пока одна просьба. 2 или 3 недели назад в парламенте депутаты садились на детектор. Вот у меня просьба ко всем перечислена. Последнюю фамилию оставлю на потом. Присядьте на детектор и покажите мне и моей жене, моей семье, покажите, что вы честны. Не нужно много слов.
Просто покажите, что вы честны или вы чистый, как вы любите это говорить. Знаете, не бывает чужих діток, що там кажеться десь горе, чуже, воно між нами буде. Але коли ти з сім'єю сідаєш в машину, де твій маленький синочок, несе малюнок, де вони, дочка моя, їй 10 років, сідають в машину, коли мій синочок говорить: «Мамочка, а куди ми далі їдемо?» А я кажу: «Додому ми їдемо». А папа каже: «Ні, ми поїдемо собачу будку купимо, щоб вона не замерзла». У мене жена 3 місяці назад собачку бачила, поселила її у нас, кормимо, але вже холодно. Я кажу: «Поїхали будку купимо». Поїхали. І це, і все, і це була крапка. І цей постріл, я розумію, що це постріл, я кажу чоловіку: «Бистро, нажимай на газ». Я дивлюсь, він живий. Але в тому я повертаюсь. Я бачу, що дитинки немає тієї голови, якому мозки я збирала своїми ручками. Я вам єдине хочу сказати: бережіть своїх діток, бережіть свої сім'ї. Це горе всіх. Те, що твориться в Україні, це кожен день відкриваєш, це горе, це людське горе. Когось вбивають, може досить вбивств. Хоча б діток, розбирайтесь, дорослі між собою, своїми проблемами. Дітки, хай живуть наші янголятки, кожна ваша сім'я, кожен один одного бережіть свої сім'ї, бережіть своїх діток. А мій синочок у нас вернеться, так? Дякуємо. Дякую, щоб зараз все хороше.